Итак, друзья, всем привет, и мы, собственно говоря, начинаем. У нас сегодня на повестке дня съемка бюджетным светом. Бюджетный свет – это то, что мы купим задешево и будем использовать всегда и везде, и мы с минимальными затратами, собственно говоря, можем себе организовать рабочее пространство. Вот так. Чем мы сегодня займемся и чем этот мастер-класс отличается от предыдущего? Я на этом мастер-классе хочу сделать небольшой уклон больше в сторону какой-то постановки света, как в фильмах. Итак, обратите внимание, что на данной картинке у нас присутствуют включенные электрические приборы, то есть это лампочки, да, которые вот свисают сверху. Вот. У нас есть а-ля естественное освещение, вот видите, там типа вроде бы как бы окно какое-то. Вот. И у нас достаточно неплохо освещены герои. Вот. То есть, что это означает? Это означает совмещение постоянных источников освещения с постоянными источниками освещения. Так это происходит в видео. Но на фотографии у нас будет, соответственно, совмещение постоянных источников освещения с импульсными. Вот в этом как раз-таки и сложность. Об этом будем с вами и говорить очень много. Вот. Но обратите внимание, что они подыгрывают мощность таким образом, чтобы источники не были пересвечены прям вообще в какую-то блямбу, да, такую вот в плашку абсолютную, вот, с неровными краями, а ровно настолько, чтобы эти источники присутствовали, чтобы они выглядели как источники, вот, но при этом все сбалансировано. Обратите внимание на источники, что здесь происходит. Вот у нас источник, да, находится, который слева, да, он освещает частично одного героя, очень хорошо освещает там второго героя и третьего там наполовину. При этом контровичок, который идет из окна, обратите внимание, он не пересвечивает их ни лица, ничего, то есть он сбалансирован ровно настолько, сколько нужно. Вот, тоже аналогичная история, то есть обратите внимание, как, что у нас идет подсветка на заднем плане и типа а-ля свет из окна. Вот, вот здесь возможно натуральный свет, возможно натуральный свет, хотя тут уже зачастую не скажешь, но обратите внимание, везде в фильмах у нас присутствует какой-то дополнительный источник, который позволяет нам оценить, собственно говоря, пространство, заставить пространство работать и смотреть на него не двумерно, а трехмерно. Итак, друзья, первое, с чего мы с вами начнем, так это с того, что мы будем совмещать постоянный импульсный свет. На этом, собственно говоря, строится вся моя идея вообще, в принципе, использования бюджетного света. Вот, он еще чуть-чуть рассеется, уже смотрите уже какая атмосфера.
Во, сейчас дым достаточно хорошо рассеялся, этого вполне достаточно. Вот, отлично, все. Я доволен. А немаловажно то, что у нас нету фактического подтверждения, что откуда-то мы светим. Посмотрите на картинку, и вы не увидите четкого места расположения света. Вот это вот прям вообще крутяк, на мой взгляд. Марджери, иди в кадр. Итак, я думаю, что суть ясна, да? Закрываем эту тему. Марджери говорит пострашнее чуток, модель симпатичнее. Спасибо. Вот так. Окей, фальш-окно мы сделали. После этого имеет смысл пригласить модель и уже начинать креативить. Если мы возьмем два фильтра, один 204-й конверсионный фильтр Full Orange, 201-й конверсионный фильтр Blue, и наложим друг на друга, то мы получим нейтрально-серый цвет. Во, красотень, красотень, все. Красивая картиночка, луна у нас освещает там все. Теперь атмосфера, атмосфера. Берется пенопласт. Снег. Давай, 3-4, поехали. Ну, вот как бы так, друзья. Смотрите, можно добавить водички. Мы берем пульверилизатор. Я его просто не выговариваю, это слово. Пшикалку, да. Мне больше нравится пульверилизатор. Вот, и пшикаем. Он сейчас даст интересный эффект. Давайте сейчас посмотрим. Я считаю, что мы достигли необходимого результата. У нас снежочек идет достаточно естественно, и мне это нравится, и мы на этом можем закончить. For real.
Для всякого рода бьютика лучше брать, конечно, диафрагму от 8, вот, потому что если вы снимаете не просто какую-то художественную картинку, а именно такой вот прям, чтобы все было достаточно в фокусе, тем более на макрик, лучше всего, конечно, использовать диафрагму от 8 и выше. Когда вы снимаете макро, крайне важно, чтобы у вас модель не двигалась, потому что когда вы двигаетесь сами, да, вот так вот шатаетесь, модель тоже точно так же шатает, и в итоге процент попадания в фокус просто крайне минимален. Девиз прошлого мастер-класса «Снимаем дома». Вот он, пожалуйста, наконец-таки на втором мастер-классе. Друзья мои, нет предела, так скажем, вашему совершенству. Вы можете взять, сидеть дома такие, думать, блин, черт возьми, вот, в студию надо идти, надо все организовать, надо т.д. т.п. А можете дома себе что-нибудь организовать, какую-нибудь такую локацию, где поснимать, и, пожалуйста, сидите себе, снимайте на фоне обоев. Вот. Как бы нет тут каких-то вот прям адских сложностей. Вот. Я очень хотел вам это показать, да, именно прям вот, что можно снимать различные вещи и просто тупо сидя дома. Хорошо. О, отлично. Вся картинка ровненькая. У нас, смотрите, какой красивый контровичок на ухе, челюсти, плечах. Видите, как круто. Вот. У нас освещение такое мягкое, достаточно ровное абсолютно. У нас не потеряны никакие блики, ничего. То есть все прям вот, все как надо. Дальше просто уже работа с моделью. Итак, друзья мои, у нас сейчас довольно интересная история. Мы будем делать и день, и ночь. Смотрите, просто в чем как бы сама суть. У нас задний план начинает дотрагиваться до героя в кадре. То есть он не просто задний план отдельно, передний отдельно. То есть у нас подсветка тут отдельно, здесь еще одна подсветка тоже отдельно. То есть у нас получается вроде бы такое вот более-менее хорошо сбалансированное ощущение именно присутствия как бы всего. Как быстро у модели наступает утро. Вот. Не успела выспаться уже утро, да. Да, друзья мои, да. Так.
сделаем тестовый кадр. На мой взгляд, идеально. Идеально по всему, по свету, по ракурсу, по заполненности кадра, по атмосфере. Прям вот так. Считаю, что на этом, в принципе, нашу съемку можно закончить. Все, давайте. Все, всем пока, всем удачи. В общем, до новых встреч. Пока.